сообществе как же оно называется? Ну что такое парижское кафе? Опубликованы картины одного художника, фамилию я не помню из-за ненадобности, но я написал эссе. Вот что значит научить обезьяну приемам рисования. Конечно, я не хотел обидеть художника. Я уверен, что он талантливый, но он стал жертвой процесса обучения. Приняли человека в институт. И вместо того, чтобы сделать художник, научили приемам рисования. И он не знает, как и зачем рисовать. Планетарная болезнь. А ведь во всяком человеке есть человек. И если подавить его художественное человеческое мышление, данное природой, получается обезьяничание. Давит просто. Выучи это, научись тому-то. А где мышление и чувствование? Научись сначала, говорят, а мыслить будешь потом. Но за 5 лет человек научается не мыслить и откладывать. Потом бывает поздно, так как дверь внутрь души загораживает умение делать неизвестно что для неизвестно чего. Загораживается бетонными монстрами, которые навсегда ему закрывают и глаза, и рот, и мышление. Остаются судорожные попытки вырваться из бетонной клетки, что невозможно, так как она вросла в человека. И вот эти судорожные попытки мы и наблюдаем.